Город,
будет весело, конечно. Друзья! Я один, я прямо в сердце дождь холодных небес. Слышу звук эхо шагов, что ночью навсегда. И квартал пропитан духом одиночества весь. Средь камней роза цветет, но в ней жива печаль. Может, новая цель принесет нам шанс на жизнь и познать.
гаснет свет.
пирамидам и их фамильям. Хочется, чтобы этот концерт был для вас недолго думая. Все, это все. Ну, недолго думая концерт, чтобы... Одесили, не стеснялись и получали удовольствие и заслуженные комплименты. Вы самые лучшие! Давайте все вместе сейчас. Как сын грустит от матери, как сын.
Yeah!
только вот имею я. И так как... И так как жизнь без музыки мертва и пуста день, когда я вдохну в нее жизнь, должен быть особенным, к примеру, идущим вслед за великим праздником женского величия, 9 марта. Thank you.
Значит, слушайте меня. Праздник. Время волшебства. У нас дня для вас приготовлены сразу 4 волшебных сюрприза. Начинайте отсчет. Вот первый из них. Стремянка где? Значит, я вам рассказываю. Вот я артист, да, все такое там, Ярослав Баянус. Мы делаем сайт, да? И значит, знаете, почему его не было так долго? Ну, точнее, был, но мы его аннигилировали. Значит, потому что я не могу разобраться в себе, кто я. Что я, жалкий вождь? Или артист все-таки музыкального театра, или концертный чертила. Вот. Значит, мы придумали такое. Слушайте внимательно. Мы придумали такое. На сайте будет 2 темы. И вот кто кому как приятнее, ту тему и будет кликать. Первая тема театральная, и она будет снята, зрительный зал будет снят в театре музыкальной комедии, директор разрешил. А вторая тема концертная. И мы снимем ее прямо сейчас. Так что вы будете на сайте. Первый сюрприз, фотосессия со всеми, да. Так, слушаем фотографа. Так что, стойка, лечь. Браво. Огоньки поднимите, пожалуйста. Да, извините, пауза не техническая, все запланировано. Много огоньков, пожалуйста, будьте на сайте. Достаточно? Еще есть у кого-нибудь 2 айфона? Нет? Я вас не вижу. Госпожа фотограф. Так. Убери микрофон, встань красиво. Друзья, это займет не более 20 минут. Направьте на меня луч, пожалуйста. Как мы договаривались. А? 2 луча, говорит. А зал включить или не надо? Зал выключить, не надо включать. Фонарики надо! Выключить все, кроме фонарей.
друзья. Вот и первый сюрприз. Знаете, на 8 марта всем, я тут вижу, тут на одну девушку больше, чем парня в зале. Так что у нас теперь все эти совместные фотосессии. Ладно, это классная активность. Все увидите, все поймете. Круто! Спасибо вам большое, что вы не ушли сейчас из зала. Продолжим с песней. Спасибо. Да-да, телефон. Песня, которую все будем допивать, плакать. Ну, вперед, Артем. Продолжим! Музыкальное поздравление для вас.
Yeah.
Я открываю счет. Раз, два, три. До сих пор удивляюсь себе, как я посмел. Иди ко мне, а лес продолжает жить. Лес чувствует движение весны. Иди ко мне, я слышу голос, я знаю, это зовешь меня ты. Паспорта вашего, вампирского, не Российской Федерации. Ну и будет прикол. Ну, логично было бы 66, конечно. Но пусть будет какое-нибудь вообще абсолютно случайное число. Я честь. Перед вами никаких уток. Посмотрим. 100 там. Сколько у меня спектаклей было на этой неделе? 5. 151. Есть такой человек. Смотрите, у кого паспорт на вход давали, да, паспорт? Это вы 151? Вы 151? Да, написано 151? А, нет? Вот у вас, вот на паспортах, вот на этих. Номер 151, у кого? Есть или нет? А, вот вы там. Кто бы вы ни были, идите сюда. Стойте. Вот с этой стороны, вот там дверь. Вас там встретят. Сейчас я вам объясню, что происходит. Ну, надо как бы дарить подарки. Всем, конечно, не подаришь, но двум людям сегодня повезет. Кто это? А вот там девушка идет, пустите? Ну, наверное, девушка, я не рассмотрел. В линзах. Девушка.
Заходите, постучитесь. Сейчас я посмотрю, пустили, нет? Ого, ничего себе. Здравствуйте. Ну и что с вами делать? Покажите документы. Вампирский паспорт нового образца, 151. Держите документ, не теряйте, заламинируйте. А мы, Боярнинский концерт, и от меня лично, и еще кое от кого, дарим вам подарок, представляете? Вы готовы? Закройте глаза. Открывайте. Это пакет. И он вам... Стойте. Хочу, чтобы все видели. Во-первых, как вас зовут? Екатерина. Отойдите. Дайте руку. Вас с прошедшим праздником, не вы только что выиграли. Пухлишка. Но это еще не все. Конверт бархатный. А в нем, ну, концерты вампирские. Два билета на концерт-презентацию мюзикла «Дракула» от героя Руслана Герасименко. Вот, будете сидеть вот в другом углу. С праздником вас, Екатерина! Можете открыть, посмотреть. Восьмое марта, время волшебства! С праздником вас! И, пожалуйста, на выход. И чтобы... Екатерина, да? Блин, извините. Плохая память на цифры. И чтобы Екатерина быстрее добежала, мы начинаем следующую песню, которая тоже абсолютно женская. Наверное. Ну, поем! Прошлого, за что на мою свалилась голову внезапно.
бывает. Ни с Гугла или Яндекса, ни с Ада или Рая. И ходишь по траве, по воздуху летаешь на метле. На горе и бассайт, и создано из солнца, и ты китайскими богами. Леонардо потрудился над твоими ногами. Глаза бездонные, как два колодца. Никогда и ничего подобного не выдумать японцам. И я не понимаю, что же мне делать, когда ты играешь с моим невинным телом. Я не понимаю, куда же мне деться, плюну три раза, перекувыркнуться или впасть в детство. Я не понимаю, кто тебе нужен, сам будто и живым быть твоим мужем. Просто понимаю, что в отсутствии тебя мне станет хуже. Не проживу и дня, потому что ты ведьма, ведьма.
это тебе.
боится меня. Как вас зовут? Юрий. Пакет. Я поздравляю вас категорически с 8 марта. С замечательным, ну, праздником. Вот кто, вот запомните на всю жизнь. Вот кто вас как поздравил? И что произойдет сейчас между нами? Надо? Настолько не понравился концерт. Шок? Понимаете, ну иногда раз в год и ружье Бондарчука стреляют. И этот конверт тоже вам, барахтный. Вы не поверите, вы не поверите, что... Сейчас только громко не смейтесь. А, там два билета на мюзикл «Дракула» Константина Скрипалева 17 марта в Санкт-Петербурге. Я там не играю. Но, вы понимаете, все вампиры Петербурга сегодня объединились здесь, на самом главном балу, правильно? С праздником вас! Счастье, оно, понимаете, оно по ночам, как говорится. Ну, поздравляю вас! Как ваши эмоции? Хорошо все у вас? В шоке? Ну, идите танцуйте, а потом прибухнете. Пакет не утыривает. Ну класс! Ну класс! Господи, ну ради вот этих эмоций мы же и собираемся с вами. Ради такой... Два Дракулы подряд, вы все представляете? 16-го Stairway, 17-го Скрипалёв. Это просто в голове не укладывается. Ну, эпоха такая. Я приглашаю вас станцевать безумный танец. Дичи, ретро и страсти. Вперед. Со всей любовью. Так сказать, помним, любим и ждем. Нет, не скорбим, ждем. Всем Петербург. Ночь, приобщись к ее темной.
злейший враг. Боже, над тобой не власти.
наших жизней в конце один и виден свет. Спеша в тоннелях наших жизней в конце один и виден свет. Спеша в тоннелях наших жизней в конце один и виден. Исцелить сплетение тела.
исчез, не сказав почему. И вот я слышу, как она смеется рядом. Thank you.
цикловал вампиров, наши зрительницы и зрители! Дождь закапал, да? Видимо, скоро рассвет. Нам придется разойтись. Еще и колокол. И скоро петухи закупят. Закудавкают. Две песни, друзья. Две песни. Всего лишь две. Мне
тревожно видеть ваши ожидающие еще чего-то взгляды. Потому что мы завершили этот праздник. Ну как нет? Ладно, давайте так. Давайте я что-нибудь вот подобное скажу. Во-первых, ну как-то так исторически сложилось, да, мужчины, что вас меньшинство здесь. Но я с вами. Вот. Девочки, я вам спасибо большое. Вы, ну как, вы просто чувствуете гораздо больше. Вы не скрываете, вы не зажимаете это в себе, как мы, мужчины, это делаем. И это, Господи, нам учиться и учиться у вас. Ну, без вас не было бы и меня, и всего этого творчества, потому что оно почему? По любви рождается. Вот и все. Поэтому как-то по-своему, но я поздравляю вас с 8 марта. И спасибо, что нашли в себе силы отпраздновать его еще и 9-го. Своей темной стороной. Я вас люблю. Анечка, тебя тоже люблю. Спасибо всем! И спасибо, пожалуйста, тишина, огромные личные аплодисменты команде «Боярнус концерт», который состоит только из девочек. Еще этого мало! Надеюсь, вы слышите. Я вас очень люблю в этом засеке. Друзья, как и каждый концерт, я готов пожелать вам лишь одного. Чтобы оно, все, что между нами происходит, из раза в раз перезагружалось. Let's go! Спасибо большое за концерт вам! Помогите под сдохшему любимому артисту. Я вздыхал сегодня для вас. Yeah.
приходите на все вампирские Дракулы от Stairway, от Константинской Полева. Приходите на человека, который смеется, на концерт 1 мая, который у нас будет с Александром Кузьминым в Лендоке, с рояльный вечер со струнным квартетом. Ну, конечно же, раз мы в Петербурге, на мюзикл «Франкенштейн». Доброй ночи.